Это мы доказали, что бурда на самом деле бурда. Это мы, а не Чингисхан, захватили Германию, Центральную и Восточную Европу, Азию и Россию. Это мы издаем 44 кроссвордных издания, способных оплачивать весь глянец издательского дома. Это мы называем Оффенбург не штаб-квартирой, а переговорной комнатой. Это наши фэшн-редакторы заставляют страну ходить в полосатых гольфах и зеленых кепках с полным присутствием понимания ультрамодности. Это мы выпускаем Playboy с русскими девушками, чтобы в доме каждого мужчины была супермодель. Это мы сделали из женского имени Лиза журнал, который муж должен принести жене из магазина. Это мы печатаем столько изданий, что порой сами не успеваем прочитать половину. И да, это мы за 100 лет на мировом рынке стали лидерами продаж на рынке печатных СМИ.